центре Владивостока джип протаранил седан. В одном из автомобилей находился малолетний ребенок. Водитель на Subaru Impreza едет с пограничной в сторону кинотеатра «Океан». Молодой человек планирует увидеться с другом. Impreza движется впереди, за этим авто следует Toyota Kami. Получается, вот впереди остановились там три машины, там одна налево поворачивала во дворы. Ну, я за ними притормозил. Спустя где-то секунды три, наверное, удар жесткий прям. Ну, обруль чуть-чуть стуканулся, ну, вроде все живые. Рулевая объясняет своему оппоненту, почему она не выдержала дистанцию между авто. Затем она отходит позвонить супругу. Девушка сказала, что она как бы заболталась там с подружкой вроде. Никто из участников ДТП не пострадал. Ребенок, который находился в джипе, тоже цел. От удара и нежелательных последствий его спасло детское автомобильное удерживающее кресло. Повреждение своего авто хозяин седана оценил более чем 70 тысяч рублей. У автомобиля вмятины на заднем бампере и багажнике, побита выхлопная труба. В итоге виновником данного ДТП признают водителя Toyota Kami. Toyota Kami не выдержал установленную тревожную дистанцию, вследствие чего совершил столкновение с Subaru Impreza. Повреждения серьезные, под ЕРО протокол не попадают, больше 50 тысяч, поэтому ожидаем сотрудников ГАИ. На место прибывают сотрудники ДПС. Обе машины оказываются на схеме у дорожных полицейских.